Привет автолюбителям! Вы на канале Прага Авто. Что делать, если вас заинтересовала покупка автомобиля? Вам необходимо дополнительное финансирование. Очень просто. Прага Авто на Кольцевой совместно с банками-партнерами разработала ряд кредитных предложений, как для физических лиц, так и для компаний. Что для этого необходимо? Для начала определиться с автомобилем. Это может быть как знаменитый Шкода Кодиак, так и сердце Шкоды, Шкода Октавия, или же, например, Шкода Фабия, что вам по душе. Благодаря разнообразию кредитных предложений от наших банков-партнеров, наши специалисты помогут вам подобрать оптимальные условия для каждого клиента. Для этого необходимо знать, какой суммой вы располагаете на старте покупки авто и какой ежемесячный платеж будет комфортным для вас. После того, как вы определились с условиями кредитования, необходимо собрать документы. А именно, для физлиц это паспорт, идентификационный код и справка с места работы за последние 6 месяцев. Для ФОП это регистрационные документы и декларации за последних 5 кварталов. Собранные документы вы приносите в автосалон, и кредитный специалист заводит заявку на банк. Решение банка может быть в течение 2 рабочих дней, а иногда и в течение 2 часов. Как только есть положительное решение банка, вы можете заключать договор купли-продажи авто и вносить по нему аванс. Затем следует регистрация авто и получение техпаспорта. По готовности техпаспорта назначается проведение сделки в банке. В отделении банка вы подписываете кредитный договор, договор залога и договор страхования на автомобиль. После подписания договоров банк перечисляет оставшуюся сумму на автосалон. И вуаля! Вы счастливый обладатель Шкоды! И весь этот процесс от обращения в автосалон до выдачи автомобиля занимает до 5 рабочих дней. Если у вас остались вопросы ко мне, задавайте их в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал Прага Авто и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.